сегодня немножко по-другому было, да, мое внутреннее ощущение. Конечно, победа такая же, результат тот же. Две партии были по отдаче, по вниманию, концентрации отличны. То есть и по волейболу даже многое получалось сегодня лучше, чем было до этого. Но третья партия оставила такой неприятный осадок, потому что мы стали доигрывать матч, о чем говорили с ребятами, что мы в такой ситуации сейчас, что мы не имеем права, да, мы должны отталкиваться от своей игры, у нас нет возможности сейчас не тренироваться, ничего, и каждая партия, каждое очко, каждый мяч – это на вес золота, то есть это как наш прогресс, к которому мы стремимся, и сегодня, к сожалению, вот в третьей партии я видел, что мы позволили себе расслабиться, но чего не имеем права делать.